Конкурентов нет. В радиусе нескольких тысяч километров Иркутский технический выиграл конкурс по созданию новых образовательных программ, ориентированных на мировой рынок. Тот, кто подает эту заявку, должен обладать соответствующей базой, вот, научно-исследовательской, вот, пожалуйста, да, значит, соответствующим оборудованием, приборами, лицензионным программным обеспечением. Должна быть команда высококвалифицированных преподавателей, которые будут преподавать. Должны быть связи с производственным партнером, потому что обязательно часть занятий должны проводить наши партнеры. И так происходит много лет и будет происходить и сейчас. Передовые производственные технологии, так называется новая магистерская программа, открыта Институтом авиамашиностроения и транспорта. Это улучшенная версия магистерских программ, механообработка деталей на высокопроизводительном оборудовании и обработка, диагностика и ремонт изделий из композиционных материалов. И плюс добавили еще специальные курсы, чтобы еще раз расширить компетенции. Не только там механообработка, не только работа с композитами, но и, скажем так, специальные технологии вот в аэрокосмической отрасли, там формообразование, упрочнение. Вот, то есть есть запрос вот на таких специалистов. Основным заказчиком остается по-прежнему корпорация «Иркут», но по убеждению авторов проекта свои карьерные позиции выпускники магистратуры могут усилить и на предприятиях судостроения, и автомобилестроения, и в аэрокосмической отрасли. Мы никого здесь не ограничиваем. К нам приходят, вот если по опыту прошлых лет, и те, кто закончил Иркутский технический университет ИРНИТУ, по нашим специальностям, по другим смежным специальностям. К нам приходят из других вузов Иркутска, из других вузов России, из других городов. У нас есть специальная статистика из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ. Вот. Приходят люди, которые закончили, например, это может показаться странным, экономику, там, юриспруденцию. Но это странно для нас, а для общемирового опыта это нормально сегодня. Бюджетных мест уже выделено 35, есть коммерческий набор. Все документы пока принимаются в онлайн-формате. Подробности на сайте университета. Часть занятий должны проводить наши партнеры. И так происходит много лет и будет происходить и сейчас. То есть ведущие специалисты корпорации «Иркут» и Иркутского авиационного завода будут участвовать в образовательном процессе. Вот и все вот это, когда вот у вас этот пасьянс складывается весь, тогда, пожалуйста, вот вы открываете такую программу и обучаете. Ну вот у нас, как вы видите, он сложился.